Приветствуем. Рассмотрим погружной насос Körcher SP5. Для пешего или трекингового отдыха он громоздок и тяжел, и скорее всего не подойдет. Но для кемпинга очень полезная вещь. Особенно если кемпинг расположен на берегу реки с обрывистыми берегами. Производительность насоса около 9000 литров в час. Насос способен качать воду с частицами размером до 20 мм. Для удобства погружения и извлечения насоса привязываем его веревкой и просто опускаем его в воду. Насос запитывается от сети 220 вольт. Его можно подключить к зарядной станции или генератору. Насос можно использовать для быстрого и комфортного набора речной воды. Например, для умывальника, для мытья посуды, для летнего душа и так далее. Для набора воды можно использовать и ведро с привязанной веревкой. Но, во-первых, это неудобно, а во-вторых, с поверхности реки вместе с водой набирается ряска, водоросли и иные частицы. При помощи только струи воды от насоса ради эксперимента попробовали отмыть тарелку после густого бугорща, которая постояла немного на солнце. Как видим, довольно-таки быстро тарелка отмылась. Результат приятно удивил. Всем пока!